Именно здесь, без преувеличения, решается судьба человечества. Молодые ученые вместе со своими опытными наставниками создают новейшие химические разработки, которые значительно улучшат нашу с вами жизнь. Каждый день медицина стремительными шагами двигается вперед. Над этим прогрессом работают по всему миру, и ученые-химики Казанского федерального университета не стали исключением. Ведущий инженер отдела органической химии Химического института имени Бутлерова Казанского федерального университета Алена Хадиева занимается разработкой электрохимически активных материалов, которые предназначены для медицинской диагностики. Биосенсоры – это устройства, которые преобразуют аналитический сигнал в электрический. Функционально они подобны рецепторам человека. В первую очередь это своевременный, если при необходимости, постоянный мониторинг за состоянием и здоровьем пациента. Один из популярных примеров биосенсора – бытовой глюкометр. Портативный прибор для измерения уровня сахара в крови. Он максимально прост в работе. В качестве образца требуется лишь небольшое количество крови, а управление осуществляется всего одной кнопкой. Результат исследования выводится на экран устройства в течение 40 секунд. Отсюда вытекает очевидная необходимость в разработке новых биосенсоров для мониторинга здоровья вне медицинских учреждений. В рамках данной работы в течение 2-3 лет мы уже сможем представить технологию получения материала и технологию его нанесения, то есть на чем у нас сделан как раз упор в этой работе, почему биосенсоров сейчас нет такого большого ассортимента, это их технологическая сложность. А в нашем случае мы изначально строим, чтобы технология как получения самого материала, как и технология нанесения была простой и экономически целесообразный. Работа над любым научным проектом требует времени, и проект разработки материалов для биосенсоров не исключение. Но это стоит того, чтобы через несколько лет каждый человек мог узнать, что происходит в его организме без похода к врачу. Шахерезада Курбанова, Андрей Багаудинов, Универньюз.